Тоннели ведут прямиком в Темпельгоф. Пока наверху идут бои, это самый короткий путь. Ни черта не вижу в этой жизни. Это будет разница. Вперед!
наконец-то выход. Райзингер предал своих людей. Они ему не нужны, ему на них плевать. Квей, еще секретные бомбы есть? Потолок обвалил. Проблема. Нет времени искать другую дорогу. Тебе атака! Эй, Рикс, займешься танками! Я бы рад, но эти пулеметы порвут меня в клочья! Видишь тот дом? Я залезу через окно и уберу пулеметчиков. Глядишь, мне и понравишься! Начали! Уэй, Лукас, вы со мной! Полина! Ты не подведешь! То-то же! Thank you.
тебя, Миша. Thank you.
живой не найдется. От сердца отрываем. С тобой согласна. Ха, рад, что мы все поладим. Райтингер не мог уехать далеко. Ну вот, финальный рывок. Поймаем этого мерзавца. Ради Новак. И Ричарда. Сегодня все закончится. Пора. Блин, где он? Думаю, на летном поле. Впереди дым! Прикончи егермёрда! Все. Вы меня не убьете. С чего бы это? Даже союзники не доверяют решения таким, как вы, Салтафор. Он нужен нам живым. Нас послали за его тайнами. Эй, с ним как хотите, я завожу мотор. Он будет молчать. Давай!
ваше правительство позаботится обо мне. В оплату за сотрудничество. Новая мирная жизнь. Американская роскошь. Меня устроит. Может, даже новую семью. Обстановка. Полная жесть. Как раз для меня. Эй! Мы снова в деле. Вот. Ну-ка, что там? Острова Кабо-Верде, Багамы, Аргентина. Даже Антарктида. Черт! Эти гады проводили тайные операции по всему миру. У нас под носом. Эй, вы! Гляньте-ка сюда! Погнали! Вот это джекпот! Что ж... Посмотрим. Как вам это? Проект Нова. Тут круче. Проект Эфир. Воскрешение мертвых. Золото Рейха кого-нибудь интересует? Это надолго. Дальше. Открывайте. Вот и ты. Я хотел включить автопилот и... Что за проект, агрегат? Секретная ракетная база. Сможешь на такой лететь? Ха! Да на чем угодно. Держитесь крепче! Чертов Уэйд! Эту задачу мы выполнили. Но будут и другие. Закаленные в огне, мы стали острием копья, авангардом.